Всем привет, мои хорошие, с вами Светлана. Сегодня у нас распаковка вот такого большого пакета ивановского трикотажа из интернет-магазина Rich Tex. Итак, поехали. Сегодня у нас... Rich Tex, девчонки, покорил чем? Сейчас очень много магазинов ивановского трикотажа, но я туда залипла вообще на трое суток. Ассортимент. Ассортимент просто огромнейший. Девчонки, какие там шторы? Это вообще что-то с чем-то. В этом заказе у меня их нет, но в следующий раз я обязательно закажу. Ассортимент невозможный. Сидела просто двое суток, не вылезая из телефона. Так, ну, первое, что попалось, я прям так из мешочка буду доставать по порядку, это вот такая вот пижамка детская, которая сейчас очень актуальна. Это комбинезон. Комбинезон детский, цвет радуга. Он как единорожек у нас. 100% хлопок, естественно. Так, размер 40. Там размеры такие вот... В общем, надо смотреть размерную сетку, девчонки. Но, как всегда, ивановский трикотаж я всегда беру на несколько размеров больше, потому что люблю оверсайз, чтобы было свободно. И хлопок у нас дает усадку. А, размер 40. Я надеюсь, нам все сейчас подойдет. Сейчас откроем, померим, все покажем. Классно, что это хлопок, потому что в магазинах у нас вот такие костюмы, вот такие пижамы. Да, это единорожка, смотрите, какая прелесть. Мы давно смотрим на эти костюмы в магазинах, интернет-магазинах и в обычных. Самая классная, лояльная цена и то, что это 100% хлопок, я нашла в Rich Tex. Ну, что тут про него сказать? Будем мерить, будем показывать. Но он прям большой. Мне кажется, он нам будет немножко великоват, но это не проблема. Можно рукавчики и штанишки подвернуть. Самое главное, вот эта тема. Это вообще просто супер. И такие костюмы, которые у нас в магазинах продаются, они сделаны из искусственных синтетических материалов, знаете, такие с ворсом. Давно эти пижамки уже вошли в моду, но относительно давно. Вот так он выглядит. Это комбинезон. Здесь резиночка. И внизу тоже резиночка. И на молнии все. На молнии такая белая молния. Вот она, видите, идет у нас до конца. До конца. Ну, классно, классно. Все будем мерить, все вам покажем. Держи, котен. Можешь пока переодеваться потихоньку. Так, дальше следующее, что у меня попадается под руку, это сорочка. Сорочка проказница, цвет ментол. В 58 размере я взяла. Мой размер я ношу по параметрам 52. Но всегда в ивановском трикотаже беру 56-58 даже. Почему? Потому что иной раз вот приходит 56, вещь маломерка и как-то впритык. А иной раз берешь 54 и приходит великовато. Поэтому я решила теперь перестраховаться, потому что все равно все ношу оверсайз, девчонки. Здесь у нас тоже 100% хлопок. Все отлично. Размерный ряд тоже порадовал, потому что не во всех магазинах ивановского трикотажа, на нас, девочек, не маленьких, можно найти себе красивые вещи. И не везде такой широкий размерный ряд. То есть красивая вещь, которая тебе понравилась, не всегда будет того размера, который нужно. Это обычная такая туничка-ночнушка. Вот так она выглядит. И она, наверное, будет ниже колена, я так думаю. Ну, померю, покажу вам. Рукавчик здесь такой вот, практически его нету, да? Слушайте, по качеству прям вообще никаких нареканий нету. Первый раз беру в этом магазине, но мне уже нравится качество. Даже вот ни одна нитка нигде не осыпется. Супер. Вообще, что у нас здесь написано? Magic Apple. Ну, в общем, все по мере покажу. Это, видите, это вот как бы, ну, 58 размер. Поэтому я думаю, что ночнушку имеет смысл на размера 4 точно брать больше. Так, дальше, что мне попалось? Это костюм детский, цвет серый, тоже в размере 40. Это такой костюм, в котором можно щеголять, девчонки, по улице. Я вам ссылки все под видео на каждый продукт все оставлю. Посмотрите цены. В целом у меня здесь заказ где-то на 6600. Так, костюмчик детский. Ой, какая красота. Ну, он, в принципе, как пижама, но во дворе тоже можно щеголять. Вот такие штанишки. Бантик здесь декоративный, потому что резинка внутри шита. Смотрите, спереди они вот такого цвета, а сзади просто синенькие. Вот такие. И, ой, как здорово, смотрите, что это написано. Smile every day, улыбайся каждый день. А на другой штанишке вот такой вот мишка. Классный. Это набивной рисунок. Good day. Так, и к нему кофточка. К этому костюму. Тоже с мишкой. After coffee, после кофе. Вот так она выглядит. Ну, он больше, конечно, домашний, но можно и на улице щеголять. Размер 40, детский размер 40. Рукавчик без резинки, просто вот так прострочен. Здорово. Так, поехали дальше. Следующая. Ой, какая красота, уже у меня переоделась. Стой пока, мой единорожка. Я не могу застегнуть молнию. Ты уже застегнула до конца все. Ну,
молния заедает, когда ее расстегиваешь прям до конца. Ну, сейчас я тебе помогу. Так, следующая футболка. Моя футболка, тоже в размере 58. Вот этикеточка. Так, это у нас 90% хлопок и 5% лайкра. Сейчас покажу. Футболка была очень красивая на сайте, с очень красивым рисунком. Вот. Смотрите, какая красивая бабочка. Написано Wings of Butterfly. И рисунок тоже такой набивной. Набивной. Надеюсь, с ним ничего не случится. Обычно вот такие вещи из ванного трикотажа, у меня ничего не случается. И тут интересно еще зад, девчонки. Рукавчик вот такой, не сильно длинный, но он у нас летучая мышь, я так понимаю. Он у нас будет такой вот спущенный. Видите, цельнокройный. Вот правильно, как это называется, да? И смотрите, какой интересный зад. Здесь вот так перекручена вот эта штучка. И зад у нас с вот такой вот будет дырочкой. Красивая футболка. Она у нас получается, девчонки, сзади длиннее, чем спереди. Чуть-чуть длиннее, чем спереди, да. Вот так. Так, поехали дальше. Бумажка. Вот она мне, кстати, попалась накладная. Так, доставка у меня получается 450 рублей до Тулы, центральный регион. Так, костюм детский серый 635, комбинезон единорожка 1120. Так, футболка вот эта черная 622 рубля, сорочка 396 рублей, все удовольствие. Так, дальше поехали. Это что у нас? Что это такое? А это моя туника. Туника женская хамелеон. Девчонки, вот. Как выглядит. В размере у меня 60. Взяла свободную совсем, потому что туники, они должны быть туники. Если туника в обтяжку, значит она забросится на полку и носиться не будет. Цвет пудра. Состав 70% хлопок, 24% полиэстер, а 6% лайкра. Давайте скорее открывать. Вот эту тунику я очень ждала. Мне не терпится, потому что у нее очень интересный принт. Длинная красота, все, как я люблю. Хорошо, что взяла большой размер. Смотрите, вот такая вот ящерка посередине на велюровой ткани. Очень красивый. И сама туника на ощупь приятная. Она не совсем тонкая, то есть ее можно и сейчас под кофточку одевать, носить. По-моему, здесь карманы. Да, и здесь есть кармашки сбоку. Длина классная у нее. Длина прям классная. Ой, туника вообще красота. Будем мериться сейчас. Так, туника у нас стоит... туника. Туника пудра, да. 1137 рублей. Поехали дальше. Дальше девчонки заказала скатерть. Этот магазин единственный, где представлен очень большой ассортимент именно текстиля для дома. Я уже сказала, что там наивеликолепнейшие шторы на кухню, в зал. И шторы можно подобрать одного цвета со скатертью, то есть на кухню, и будет все прям гармоничный супер-пупер. Ни в одном больше интернет-магазине «Ивановского трикотажа» я такого обилия текстиля для дома не встречала. Так, это у меня... Это набор полотенец, девчонки, это не скатерть. Это набор полотенец, хлопок, 100%, размер 60 на 48. Какая скатерть? Тоже мне. Просто расцветка похожа. Это кухонные полотенчики вафельные, вот такие вот безумно красивые. Посмотрите, какая прелесть. Одно. К весне, как раз весеннее, второе вот с тюльпанчиками. Так, такое же или нет? Нет, другое. Вот такая расцветочка. Очень стильная, кстати. Три полотенчика и зелененький. Вот такое. Очень красивый. И мягенький для вафельного полотенчика. Так, а где же скатерть? Вот скатерть. Вот, девчонки, скатерть. Вот такая вот красота. Она, мне кажется, больше в зал даже подходит под обои. Так, где этикетка? Скатерть Либретто 150 на 120, цвет абстракция. Так. Да, 150 на 120. Вот этикеточки. Очень красивая скатерть. Состав. 100% хлопок. Я вообще такие скатерти в основном на кухню стелю клеенчатые, как ПВХ материал, наверное, называется, да? Но мне захотелось вот именно хлопковую скатерть, и лучше я куплю какие-нибудь красивые, красивые такие, знаете, салфеточки на стол. И положу их, чтобы скатерть не так быстро моралась. И буду периодически ее стирать, потому что, ну, она безумно красивая. Так, картоночку достаем. И размер, прям наш, это вот она сложена вдвое пополам. Вот. Класс, класс, вообще красота.
Скатерть, красота. Так, почем у нас была скатерть? Скатерть 308 рублей. Все удовольствие вообще. Поехали дальше. Так, следующие, девчонки. Я заказала простынь на резинке. Я уже не представляю, как можно пользоваться обычными простынями, да? Вот смотрите, как магазин правильно называется. Rich Tex, да? Не представляю, потому что собирается, это неудобно, это мега неудобно, даже если подевать под матрас, даже если покупать специальные резиночки, ну зачем это надо, когда сейчас огромное количество простыней на резинке, и хлопковых, и трикотажных, каких угодно. Я больше люблю, конечно, трикотажные. Так, и здесь у меня размер какой? Размер, девчонки, какой у меня размер? Я сейчас по накладной лучше вам покажу. Почему-то здесь не выделен он. Так. Простынь трикотажная на резинке 180 на 200, цвет какао. Цена 888 рублей. Цена просто не зависит от размера, да, у нас большой евроразмер. И можно было бы взять и 200 на 220, но у меня нормальный 180 на 220 натягивается хорошо на диван. Вот такой вот цвет какао взяла себе под, похоже, аналогичный комплект белья. И даже не хочу больше рассматривать вообще комплекты постельного белья с обычными простынями, девчонки. Потому что вот эту вот одел, надел простынь и радуешься. Ничего у тебя не собирается, все прекрасно, все супер. Вот такая вот обычная, ну как, пахнет приятно. Трикотажная простынка, резиночка здесь, все прострочено прекрасно. Вот такой вот светлый, приятный цвет. Здорово. Так, дальше. И дальше, по-моему, последняя позиция в моем заказе. Это будет, да, это будет мужской костюм 56 размера мужу. И стоил он у нас, девчонки, так, костюм, вот, темно-синий, 56 размера, 1714. Здесь у нас состав: хлопок 60, полиэстер 35, лайкра 5. Костюм темно-синий, мужской, артикул 175-42. Так, как только муж придет домой, мы обязательно его померяем и покажем вам. Это вот такой красивый костюмчик, достаточно плотный, то есть можно и сейчас в нем ходить под куртку. Смотрите, какая расцветка прикольная. Кармашки на молнии. Вот, здесь такой спереди хаки, капюшончик, веревочки. И капюшончик такой достаточно теплый. Видите, костюмчик немножко утепленный получается у нас. Смотрите, как здорово обработана горловина. Все идеально. Костюмчик такой, да, утепленный, не совсем тонкий. Можно, в принципе, сейчас, да, в нем ходить и на весну. Красота. А штаны, по-моему, однотонные. Вот такие вот однотонные синие. Вот как они выглядят. Тоже есть кармашки. Кармашки с отделкой хаки. Здорово. Кармашки тоже на молнии. И внизу вот такая вот резиночка. Я надеюсь, нам все подойдет, потому что этого костюма больше не было. Самый большой был 56 размер. Но на мужчине тоже спортивный костюм в облипку не должен смотреться, правда? Сейчас вот надо сразу вот эти вот завязать нам с вами веревочки, потому что они убегают. Вот так, оп, узелочки делаем, чтобы они у нас не убежали. Хитрые морские узлы. Да, все. Ну, я думаю, будет самый раз, в принципе. Должен быть самый раз. Так, ну и все. Теперь будем все мерить. Девчонки, сейчас сижу, не пойму, откуда у меня полотенце. Я ведь не заказывала полотенце. Смотрю в накладной, я вам сейчас покажу накладную, сориентирую по ценам. Подарок, набор полотенец. Сейчас на сайте Rich Tex проходит классная акция. При заказе на сумму 3000 и больше вам идет либо какой-то подарочек, либо купоны на скидку. Разыгрываются. Это на самом деле очень круто, поэтому это мне как раз вот у меня больше 3000 заказ, и набор полотенец этот вышел в подарок. На самом деле здорово. Тоже в Ивановском трикотаже я таких еще подарков и розыгрышей, да, не встречала, поэтому магазин очень порадовал во всех планах. Смотрите, девчонки, вот накладная по ценам. Сориентирую вас. Вот можете нажать на паузу и посмотреть. Вот он, наш костюмчик, единорожек. Класс? Да. Ой, где ребенок? Нет ребенка. Где ребенок? Можно вот так вот закрыть. Нет ребенка. Там ушки еще у тебя, да? Да. О, какая прелесть. Чуть-чуть подвернули рукавчики и немножко подвернули штаны. Подними ножку, покажи. Потому что, ну, еще, да, еще, ну, не так.
Сейчас я камеру опущу. Потому что немножко длинноват, великоват, конечно, вот этот размер 40 ей. Ну-ка, задом повернись. Такой милый единорог. Я говорю, теперь можно не накрываться одеялом, мне кажется, в нем. Я хочу себе такую же пижаму, слушайте. Я прям в такой бы вот спала с удовольствием. Кармашки у тебя есть, смотри. Да, вот. Ну-ка, единорожек мой. Моя прелесть. Вот, руки. Круто? Да. Вот какой единорожек. Ля-ля-ля-ля. Так, ладно, следующий костюм. Вот у нас костюмчик. Кстати, тоже есть запас, да? И в рукавчике, и везде. Ну, нормально, нормально. Как раз вот прям здорово. Можно рукавчик немножко подвернуть. Тоже можно. Вот так. Сейчас. Чуть-чуть. Ну-ка, а сзади? Длина? Не, прекрасно. Вот даже вот так во дворе выйти бегать летом, вечером. В таком костюме красота. Здорово, да? Будет. Вот эту веревочку, в принципе, она, мне кажется, будет только мешаться, ее можно отпороть. Ну, можно бантик делать, но а если бантик сделаешь, все равно будет не видно, да? Поэтому так, нравится? Да. Красивый костюмчик, да, покрутись. Покрутись, во, красивый. Такой он какой-то зимний вроде, да? Угу, класс. Тут книжка вот сидит. Ага, красота. Девчонки, тут... футболка прям красота. Вот я давно уже поняла, вот такие вот модели, когда рукав цельнокройный, и оно как бы так немножко приспущено, это прям моя тема. И ручки вроде в тех местах, в которых нужно закрывать, да, и длина то, что надо. Очень красивая футболочка, прям мне нравится вообще. Ну, красота? Красота. А сзади как смотрится, кстати, вот эта вот дырочка, да. Красиво? Угу. Здорово. И сзади она немножко так длинновато, сейчас покажу. Вот, сзади она, смотрите, докуда доходит, до середины попа. А спереди немножко покороче. Тут вот так. Да, у меня штаны черные еще. Вот, вот так. Ну, красота. Футболка прям вообще. И настолько комфортная и приятная к телу. Вот этот рисуночек. Да. Слушайте, супер вообще. Так здорово. Мне очень нравится. Красиво. И хорошо, что я взяла 58. То есть вот она свободна, она висит. Не люблю, когда вот я сейчас обтянулась бы, да, вот так вот в футболке, вот красота была бы. Нет, вот это вообще вот, да, здорово. Девчонки, ну туника вообще огонь, просто огонь. Рукав длинный, вот эта вот красота, она где-то от середины груди начинается. Кармашки, цвет пыльная роза, прям вот мне нравится вот этот розовый. Длина, девчонки, до колен. То есть можно как с леггинсами носить, куда-то выйти на прогулочку, да. Можно... с джинсами, штанишками. Сейчас я вам во весь рост покажу. Вот, девчонки, смотрите, какая длина. То есть по колено. Сейчас я в леггинсах как раз, в тапках с бычками. Вот как раз прям по колено. И размерчик тоже великолепно. Ничего нигде не обтягивает. Все прекрасно. Туничка прям красота. Ее как платье вполне можно носить тоже с колготками. Нет, но если, конечно, так вот хотите, она задирается выше колена. Поэтому, если коленки у вас проблемная зона, то лучше ее носить как туничку. Очень красивая. Прям и длина рукава. Все супер. Смотрите, как сделана горловина. Вот такой вырез мне тоже очень нравится. Не совсем под горло. И немножечко вот так вот раскосый по бокам. Красивый. Рукавчик у нас получается, как сейчас уже модно давно, да, у нас такой вот удлиненный, скошенный. Тоже смотрится выигрышно на очень разных фигурках. Поэтому я прям довольна. Сзади такая вот обычная, без всяких рисуночков. Красота. Туника просто прелесть. Такая комфортная к телу очень. И в то же время она опять, вот да, ее сейчас можно носить. Она совсем... не совсем плотная, но и не совсем, девчонки, тоненькая. Вот видите, какой материал. То сейчас, в принципе, под даже под шубку можно, в принципе, одеть, да. Красота. Сейчас вам скатерть покажу получше. Разверну, какая она красивая. Мне очень нравится этот принт, да, такой вот. Он уже, в принципе, отходит, не сильно модный, как вот эта у нас стена бабочки. Вот, какая красота. Вообще супер. И, кстати, вот такой же расцветки можно было подобрать шторы на кухню, чем я, собственно говоря, в следующий раз и займусь обязательно. Ну, вот так, девчонки, выглядит ночнушка. Очень приятная, комфортная к телу, такая тоненькая, хорошенькая. И она уже ниже колена. Смотрите, вот 60-й размер, да? Мы с вами мерили 58-й футболку, тунику. Да, туника 58-й. Или нет? Нет, сорочка 58-й. Футболка 58-й. Она гораздо больше. Здесь уже как-то она... в облипочку получается ночнушечка, футболка получается посвободней. 58-й, 58-му рознь, то есть, да, поэтому учитывайте, читайте отзывы под товарами, лучше все равно, все-таки я всегда рекомендую брать на несколько размеров больше, на 4 точно. Так, да, туника вот 60-й,
58-й ночнушечка, она такая вот уже немножко облегает по фигуре. Но мне нравится то, что длина ниже колена, все классно прострочено, все супер. Ну вот, девчонки, костюмчик мужской нам, слава богу, подошел. Все отлично и по длине, и везде классно. Здорово сел. Вообще супер. Красота. Прям как раз. Ни больше, ни меньше не надо было. Супер. Ну вот и все, мои хорошие. Я заказом осталась очень довольна. Мне кажется, это, наверное, мой самый удачный заказ ивановского трикотажа. Когда все подошло по размеру, по фасону, и когда, в принципе, как ты себе все представляешь, так все и пришло. Вообще, очень крутой заказ. Я прям счастлива безмерно. Ссылочки все полезные оставляю в инфобоксе. Проходите, смотрите, знакомьтесь. На все вещи оставлю и на сам сайт. Ассортимент, уверена, вас поразит точно тоже. Не останетесь равнодушными однозначно. Ну, а я с вами прощаюсь. Надеюсь, мое видео было вам интересно и полезно. Если это так, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Всех люблю, целую. Всем пока-пока. Видео.